Все уссурийские школы и детсады на сегодня имеют паспорта антитеррористической защищенности. 54 образовательных учреждения оснащены камерами видеонаблюдения. Обязательные требования к безопасности – это огороженная территория, наличие бейджиков у детей. Большая работа проведена с учителями и родителями. Важно не оставаться равнодушным к тому, что мы видим. Мы должны нацеливать людей на проявление бдительности, поскольку безопасность населения зависит от того, как само общество реагирует на нарушения, имеющие место в повседневной нашей жизни. В преддверии 1 сентября, а также Дня города, члены антитеррористической комиссии уделяют повышенное внимание всем местам массового пребывания людей. Готовятся отдельные паспорта безопасности, на объектах работают межведомственные комиссии. Особые нарекания вызвала работа спортивно-трудового лагеря «Сокол», куда направляются воспитанники спецшколы имени Тихого. В этом году из его стен сбежали подростки, 21 человек. Я вам скажу так, это малолетние преступники. К сожалению, на сегодняшний день еще 2 человека мы не нашли. Мы не можем найти. У меня сутки отдел был просто полностью изолирован, занимался только розыском несовершеннолетних, которые вас слушают. План проведения массовых мероприятий с 11 по 13 сентября, когда уссурийску исполнится 149 лет, утвержден и согласован с полицией. В городе будут дежурить дополнительные отряды стражей правопорядка. Места массовых гуляний и школы успешно прошли проверку Госпожнадзора. Серьезные нарушения пожарной безопасности нигде выявлены не были. Празднование развернется не только в городе, но и за его пределами. Уссурийск ждет очередной хоровод дружбы на базе отдыха «Южная». Евгений Талов, Антон Лисиховский, Телемикс.